Добро пожаловать! В этом видео я вам покажу новую коллекцию, которая направляется в Москву. И это будет некоторые украшения от компании Monet. Сережечки, гвоздики. Вторая у меня, вот они. Сережечки. Как бы морская тематика, да, волны. Эмаль. И металл под золото, бижутерный сплав. Гвоздики в отличном состоянии. Конечно же, маркировочка Monet. Монет. Да, если по-русски прочитаем. Monet. Вот такие замечательные сережечки, гвоздики. Не знаю, может быть, можно их, как кому удобно будет, так их одеть. Может быть, их можно будет так вот на ушко одеть. Кому как удобно. Скорее всего, это 80-е годы. Эмаль, маркировка. Металл под золото. Следующий будет браслет, змейка, как бы, да? Эластичный, посмотрите, стретч, растягивающийся. Для тех, опять-таки, кто не любит много камней, на каждый день, чтобы что-то крупное, но оригинальное. Опять-таки, подписано Monet. Ну, просто как резиночку одеваете. О, сейчас. Вот. И вот такой вот браслет. Чем мне нравится этот браслет? У него нет никаких замочков, застежек. Для тех, кто, допустим, в офисе работает, очень легко будет его носить. Да? То есть ничего не будет зацепляться. Вероятность того, что он у вас расстегнется, замочек упадет, очень-очень мала. То есть браслет очень крепко, хорошо сидит на руке. Я люблю все мои браслеты, чтобы они были немножечко на свободе. Чтобы они плавно спускались на ручку. Итак, это браслет эластичный от Monet. Теперь такое золотое колье-чокер. Опять-таки от Monet. Наверное, сосновые. Элементы сосны, мне так кажется. Может быть, я не права. Колье с линками, со звеньями, да. И крючок очень удобный, опять-таки. И цепочка. То есть вы можете регулировать длину. Носить это как чокер или как маленькое колье. Маркировочка Monet. Here we go. У меня, смотрите, сегодня прям как в аэропорту нахожусь. Самолеты так и так и летают. Так, вот такое вот у нас замечательное колье от Monet. Тоже будет замечательный подарок на осень, да, то есть без камней, офисный такой вариант, чтобы не очень броско, но в то же время что-то оригинальное. Так, это у нас будет с вами колье от Monet. Благодарю за ваше внимание и до новых встреч!